1 ноября состоится очередная, 7-я межрегиональная церковно-историческая конференция «Островидовские чтения в Глазове», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. Местом ее проведения будут здания Глазовского епархиального управления и Глазовской публичной научной библиотеки имени Короленко. Работа конференции предполагает обсуждение следующих тем: жизнь и подвиг священноисповедника Виктора Островидова, епископа Глазовского, синодальный период в истории Глазовской епархии, личность и общество в российской истории, казачество и православие, воцерковление семьи и казачьей молодежи, духовно-нравственное воспитание детей и подростков в современных условиях, а также состоится круглый стол по теме «Община в современной православной церкви». Адрес: Глазов, улица Калинина, 4А. Глазов, площадь Свободы, 10А.